Чудо-юдо! Эй, привет, привет! Ух ты, смотри, как много киндеров со свинкой Пеппой! И еще, и еще! Ого-го! Интересно, сколько их здесь? 5, 10, 20? Ничего себе, 50 киндеров! Круто! И во всех этих киндерах самые разные коллекции со свинкой Пеппой! Это еще круче! Ну что, начнем? Вот и первый киндер! Давай же откроем его! О, здесь у нас свинка Пеппа, пират, гроза семи морей! И даже повязка на глазу есть! Отличное начало! Что дальше? Так, интересно, малыш Джордж из Майнкрафта! Такой квадратный и такой прикольный! Третий киндер, прыгай! Вот так! Потрясем! Черепашка-ниндзя! Под костюмом не видно, кто это! Но, по-моему, это мама-свинка! Круто! О, воздушные шарики! Отлично! Давай достанем иголку! Есть киндер щенячий патруль! Быстренько откроем его! Ух ты! Папа-свин в костюме гонщика! Выглядит очень даже ничего! Класс! А вот и следующий киндер! Интересно, кто внутри? Овечка Сьюзи в скафандре! Настоящая космонавтка! Отлично! Продолжаем собирать супер коллекцию игрушек. Так. Это же кошечка Кэнди в костюме Шреддера, главного врага черепашек-ниндзя. Мне нравится. Пузырьки. Бум. Открываем. И... Оу, это же Джордж в костюме Чака из Angry Birds. Злые птички атакуют. Еее! Еще один киндер! И еще одна игрушка! Ух ты! Папа-свин из вселенной Майнкрафта! Теперь у него даже очки квадратные! Продолжаем открывать киндеры! Так, потрясем! Свинка Пеппа в костюме Скай из щенячьего патруля! Вот это костюмчик! Очень хорошо! Так, мы открываем последний киндер в первом ряду. И... Вау, мама-свинка теперь повариха. Она готовит разные вкусности для ребят. Нормально. Опять воздушные шарики. В этот раз у нас зеленый с ракетой. Ну, посмотрим. Есть киндер. Давай откроем его. Папа-свин космонавт. Теперь можно отправить его на Луну или даже на Марс. Класс! А мы уже открываем следующий киндер. Так. Еще один костюм щенячьего патруля. Это овечка Сьюзи в костюме Рокки. Выглядит интересно. И опять шарики. Интересно, в этом красном есть киндер? Да, есть киндер. Фольга. Откроем. Ух ты, Джордж Пират. Полундра, свистать всех наверх. Ха, класс. Следующий киндер. Так. Потрясем. Ого-го, Леонардо с катанами. Правда, непонятно, кто в костюме. Но выглядит круто. И пузырьки. Кто внутри этого киндера Сквидварда? Посмотрим. Это Сквидвард собственной персоной. Он даже рад нас видеть. Ничего себе. Класс. И еще воздушные шарики. Сейчас мы лопнем этот синий. Так. Есть киндер Майнкрафт. Сразу же открываем его. Свинка Пеппа из Майнкрафта. Квадратная, но все равно такая клевая. Отличная коллекция собирается. Давай посмотрим, что дальше. Так. О, вот это интересно. Малыш Джордж теперь полицейский. Вы арестованы. Ха-ха-ха.
Круто! А вот и мыльные пузыри. Они принесли нам еще один киндер. Откроем его. Ох ты! Голубая птичка Angry Birds. Кто это? Джей, Джим или Джейк? Да даже не знаю. Еще один киндер. Откроем. Так. А это кто? Мама свинка пират? Да, у нее даже подзорная труба есть. Отлично. Опять разноцветные шарики. Нам попался оранжевый. Давай, иголка. Есть киндер. Разбираем его. Опа, папа свин в костюме железного человека. Теперь это очень сильный толстячок. Мы открыли уже 20 киндеров. Впереди еще больше. Так. Ух ты, квадратная овечка Сьюзи. Потому что в Майнкрафте все квадратные. Круто. Еще один киндер с интересной игрушкой. Откроем. Вау, теперь папа свин черепашка-ниндзя. С длинной и опасной палкой. Жук-жук. Пузырьки. А это значит еще один киндер. Осталось открыть его. Ничего себе, кошечка Кэнди, инопланетянка. Мне нравится. А к нам уже летит следующий киндер. Не терпится посмотреть, что внутри. Свинка Пеппа, супер девочка. Или супер герл, кому как удобнее. Круто. Продолжаем. Мне пока все нравится. Вот так. Еще одна злая птичка. В этот раз папа свин в костюме бомба. Очень даже похож. Вот это у нас коллекция интересных игрушек. Круто. Так, еще один Джордж пират. У нас уже есть один. Но ничего, пусть будет. Я надеюсь, больше не будет повторов. Откроем. Опа, мама свинка, марсианка. Смотри, сколько у нее рук. Но выглядит все равно классно. И полетели шарики. Голубой шарик, щенячий патруль. Киндер. Фольга. Потрясем. О, кошечка Кэнди в костюме маршала. У нас тут собирается команда щенячьего патруля. Даже удивительно, сколько уже разных игрушек. А ведь будут еще. Опа, это же носорог по имени Рокстеди. Из черепашек-ниндзя, помнишь? Некоторые игрушки похожи друг на друга, но они все равно разные. Открой, киндер. Вау, Планктон из губки Боба. Он такой маленький. По-моему, это Джордж в костюме. Ждем следующий киндер. А вот и он. Раз, два, три. Ха-ха, кошечка Кэнди в костюме свиньи из Angry Birds. Зеленая, с пятаком вместо носа. У нас уже столько всяких игрушек. Круто. Свинка Пеппа, губка Боб. Желтая и в почти квадратных штанах. Годится. А шарики летят, летят. В этот раз шарик без рисунка. Странно. Пусто. Ну ладно, продолжим. Вот, а теперь шарик с саблями. И есть киндер. Раскрываем. Ого-го, овечка Сьюзи теперь пират. У нее есть сабля и золотой кулон. Круто. Продолжаем открывать киндеры. Фольга. Потрясем. Ух ты, какой красавец! Папа свин пожарный, тушит пожары и помогает людям. Так-так-так. В этом шарике есть киндер, я вижу. Да, есть. Фольга. И откроем. Вот это да, малыш Джордж теперь Бэтмен. Человек летучая мышь. Для коллекции пойдет. Шарики, шарики. Так, опять без рисунка. Посмотрим. Ну, нет киндера.
Продолжаем поиски. О, в этом шарике что-то есть. Да, киндер. Открываем. Так. Ой-ой-ой, мама свинка в костюме Зумы. Такой вот щенячий патруль. Мне никогда не надоест открывать киндеры. Это так весело. И... ой, это ведь Рэд, главная птичка Angry Birds. Какие у него грозные брови. Ух! Продолжаем веселье. Вот и следующий киндер. Так. Вау, теперь у нас есть кошечка Кэнди с квадратной головой. Вот такой Майнкрафт. Следующий киндер. Так, так, так. Джордж Космонавт. В этом скафандре он может даже выходить в космос. Круто! И какой шарик теперь? Красный, с Человеком-пауком. Лопнем. Есть киндер. Открываем. Так. Это Человек-паук. И, судя по ушам, в костюме овечка Сьюзи. Класс! Ну вот, последний ряд. Осталось 10 киндеров. Потрясем. Джордж в желтом костюме крепыша. И на спине ковш, как у экскаватора. Пойдет. Следующий киндер. Быстренько открываем его. Так. Ого-го, свинка Пеппа, марсианка. И вместо рук у нее щупальца. Много щупалец. Так. Раз. Два. И три. Кошечка Кэнди в костюме строителя. Это из коллекции свинка Пеппа профессии. Пусть будет. Продолжаем. Так. Откроем. Мама свинка из Майнкрафта. Интересно, она смогла бы побороть Крипера? Мне кажется, да. Еще киндер. Давай откроем. Так. Белая-белая птичка Angry Birds. И это Стелла. Красивая. Мне нравится. Продолжаем. Фольга. Потрясем. Кошечка Кэнди, пират. У нас уже было несколько пиратов. Вот еще один. И еще киндер. Так. И открываем. Черепашка-ниндзя Джордж. И в каждой руке у него кинжал Сай. Выглядит классно. Осталось всего 3 киндера. Какие же там игрушки? Капитан Америка с щитом. А под костюмом кошечка Кэнди. Круто! Продолжаем. Фольга. Откроем. Интересно, свинка Пеппа стала медсестрой. Теперь она может лечить друзей. Класс! А вот и последний киндер. Такая игрушка будет 50-й. Это Патрик, лучший друг Губки Боба. И он в очках. Отлично! Ну что, вот такие классные коллекции. Тебе какие больше понравились? Пиши в комментариях. Квадратные игрушки из Майнкрафта или опасные черепашки-ниндзя? Голосуй в комментариях, кто круче. Свинка Пеппа, супергерои или космонавты с инопланетянами? А может быть лучше коллекция Angry Birds? Или даже щенячий патруль. Каждая коллекция по-своему крутая. Ну что тут скажешь, 50 игрушек это очень много. И все такие разные. И все такие интересные. Тебе какие больше понравились? Пиши в комментариях. Смотри мультики каждый день на канале Чудо-Юдо. Нажми на эту кнопку, чтобы подписаться на новинки. У нас еще много всего интересного. Что ты хочешь посмотреть дальше?